There's a place in my life, and I want you to take it now. Someday you'll be mine, and we fly all over the world. Сегодня вот мы отмечаем такой замечательный день, как праздник кохлеарной имплантации. Это всеукраинский праздник, в каждом уголке нашей страны его будут отмечать сегодня, вчера, вот на этих выходных. Это очень важная операция для людей с глубокой потерей слуха, которым, к сожалению, уже не могут помогать слуховые аппараты. Это дорогостоящая операция, которая слабо финансируется нашим государством. Ну, наша организация направлена на то, чтобы исправить это положение и в нашем городе, и на уровне нашей страны. Потеря слуха – это на самом деле не из преграда. Потому что дети с кохлеарными имплантами, со слуховыми аппаратами, такие же полноценные дети, как и все остальные. Они могут учиться в обычных школах, в садиках, заниматься разносторонними кружками, интегрироваться в социум. К сожалению, проблему эту никто не видит и не понимает, насколько это важно, как бы не только для родителей, но и вообще для интеграции в социум. Потому что эти дети очень одаренные, очень перспективные. К сожалению, наша городская программа не может этого позволить. Мы стараемся привлечь городские власти к этому. Вот у нас уже в 30-й лор-больнице прошла первая в декабре месяце кохлеарная имплантация. Благодаря нашим специалистам, которые обучаются. И 30-я лор-больница очень много способствует этому. То есть они стараются развивать это все, они внедряются в эту проблему. Вот поэтому как бы, ну, мы сегодня собрались специально, чтобы нас тоже все увидели и увидели этих детей, что они обычные дети. Сегодня для деток мы подготовили большую, обширную программу. Мы подготовили и подарки, и выступления. Наши дети покажут сегодня свои таланты. Дальше у нас будет анимационная программа, дети будут развлекать аниматоры. После у нас будет выдача подарков, будет сладкий вкусный стол, ну и экскурсии, которые нам предоставил экопарк. Мы хотим донести людям о том, что наши дети существуют, что они могут прекрасно с помощью кохлеарной имплантации слышать, понимать, говорить и жить полноценно в социуме. Мы хотим, чтобы о нас знали, мы хотим, чтобы наши дети между собой общались, и поэтому, чтобы всех соединить вместе, мы устраиваем такой ежегодный праздник, вот уже третий год подряд.